Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Эх, Лига Самураев 3 звезды, да, друзья мои? Что-то я эту неделю совсем расслабился с этими гулянками. В общем, короче, даже не играл. Поэтому не удивляйтесь такому результату. Так, ну что, зайдем в магазин, заберем бесплатно колоду. Так, нам выпадает Ванька-стиранка, я посмотрю. Ну что, попробуем сегодня, друзья, бустануться. Хотя время уже 6 часов, уже как бы время буста прошло, но не так сильно. Черепашья буря, друзья мои. Черепашья буря — это не то, что мне нужно. Я попутал. А вот борцы с преступностью, да, когда-то мне это нужно было, ребята. Потому что здесь Рокл, Пит, Кожеголовый и Слэш. Но, слава богу, они у меня уже есть, поэтому они мне не нужны. Ладно, погнали. Турнирная арена. Вперед, как говорится, и с песней. Ищем 11-11 и будем потихонечку приступать. Так, у нас здесь, значит, нейтрализатор Ваня и Рафаэль. Поехали. Сейчас мы попробуем. Да что пробуем-то? Разберем, да вот и все. Одного баллончика, наверное, хватит, я думаю, да? Конечно, 56 уровень, что ты хочешь. Он просто разносит в хлам. Все на своем месте. Ну что, двигаемся тогда дальше и переходим. Воин, 2 звезды, и ранг у меня 81. Что-то как-то паршивенько идет. Так, ищем 11-12 и продолжаем нашу эпическую битву. Нашу эпопею. Вот эти вот три персонажа у нас будут следующими. Так. Ну давай так вот сделаем. И бросим флягу. Фляга с блокировкой. Все. Как говорится, они свои получили. И мы двигаемся дальше. Так, воин 3 звезды, позиция 91. Слушай, это говорит только об одном, что мы сейчас, скорее всего, на следующем этапе уже не перепрыгнем. Давай-ка попробуем найти 12-13. 12-13. Что-то мне ага, все-таки нашли. А я уже думал, что нифига не получится. Не дадут они мне, но еще все получилось. Так, и у нас уже 4 персонажа, как говорится, в поединке. Вкусная капучинка. Ладно, поехали. Оп. Да ладно, как ты-то выжил, я не могу понять. 25 уровень против 56-го. Он еще как-то устоял, а? Ну, пацан, а? Ты посмотри. Нет, мы перешли в элиту и ровно 100 ступеней пролетели. Хорошо. Так, 12-13, давай попробуем найти. Хотелось бы, конечно, получить 13-14. Но вот. Но вот почему-то мне кажется, что вот теперь точно мне не дадут. Вижу только 12-13, 12-13. И так из раза в раз. Ладно, хорошо, давай еще. О! Выудил все-таки. Ну только не 13-14, а 12-14 получается там, да? А просто хочется уже как можно быстрее перейти на 5 персонажей, чтобы кубки шли в полном объеме. Давай бросим кланфутовца. Так, минус. Ой-ой-ой. Давай ультразвук. Карайка, успокойся. На тебе посохом, отлично. Так, дальше. Хоп-хоп-хоп. Леонардо пошинковал его на маленькие кусочки. И двигаемся дальше. Смотрим. Смотрим, куда мы перенесемся. Ну, я так и думал, что мы не перейдем в элиту 2 звезды. Потому что в тот раз мы 3 ступеньки пролетели. А в этот раз, точнее, не 3 ступеньки, а 100 ступенек. А в этот раз поменьше. Намного меньше. Поэтому, как говорится, было все ожидаемо. Зато после этого поединка, возможно, ребята, уже будет у нас действительно 5 персонажей. Так, давай я, наверное, Рафаэля все-таки добью. Попробую комочком. Угу. Так, и, конечно, хотелось бы мне Рахзара подбить. Нормально. Так, Мондагик, что там? Да кого ты, родной, ускоряешь? Ты один остался, парень. Ну, что ты делаешь-то? Ускорение там лишь. Хоть бы сделал бы наоборот какой-нибудь предсмертный удар, а он начал там ускоряться. Ну что, вот и элита 2 звезды. И позиция у нас 50-я. Так, 12-14. Давай попробуем все-таки получить 13.
15 получается, да? Должно так быть, 13-15. И что-то, я, ребят, не ощущаю. Угу. Есть такое дело. Ранг 30, 31, 33. А мы до сих пор еще по-прежнему будем отыгрывать 56. Угу. Поехали. Давай начнем. Ну, вот так, пожалуй, ударим. Плюс массовая от майки. Так, один упал. Надо вот этого нахлобучить. Следующим будет у нас Крис. Нормально. Так, давай массовую сделаем. Все, мы их подбили. Ну что ж, идеальненько. Идем пока. Надеюсь, нам 5 персонажей дадут. Так, элита 3 звезды, 69-я позиция. 13-15, может быть, попробую, конечно, получить 13-16. Блин, было, было, ребята. Твою налево, я уже когда нажал. Ага, вот, еще есть. Да, все, по фулочке у нас получается 5 персонажей. Поэтому ранг 56, у них 36. Получается, разница всего лишь в 20 ступеней. Так что погнали. Делаем дебаф. Дальше массовую от майки. Так, и бомбочка, скорее всего, это будет конечная. Да. Это был конечный удар, после которого они все у нас упали. Ну что ж, замечательно. Так, а вот, ребятушки, мы с вами и в самураях уже. 13-16, да? Но пока переживать даже нечего. У них по-прежнему, ребята, 37 уровень. У нас 57. Разница у нас в 20 уровней. Не очень много, но терпимо. Я думаю, сгодится. Так, поехали. Так, Лапекс бежит, уклоняется от звездочек тут всяких. Хоба! Ну, нормально. Добьет, интересно, у меня Леонардо. Но у него почти получилось. Там чуть-чуть осталось добить Макману и Донателло. Так что хорошо. Главное, что из них никто не успел сходить. То есть говорит о том, что инициатива у нас просто зашкаливает. Так, 13. Может быть, что-то дадите мне посерьезнее там? 14-17. Вот, спасибо. Но уровень уже у них 40-41. А мы переходим на 57. Так, у нас массовые атаки 2, 3, 4, да? Давай-ка бросим вначале гранату. Плюс кофемашина сломанная. Ага, и гранаты пасхальные. Все. Все, как говорится, мы их уделали. И мы переходим на самурай 2 звезды. Позиция у вас будет 77. 14-18, да, значит? Ну, давай сделаем так. У нас уже, ага, 58-59 ранг. То есть уже к 60 рангу мы подбираемся. Так, здесь вот, конечно, майки плюс Лео. Не очень хорошие друзья, да? Так, Пит, ну давай сделаем на себя уклоняшку, фиг с ним. Так, Лео надо валить. Желательно быстрее. Потому что это хиллер. Так, следующим должен быть донат Майки. Я так и думал, что с ним все. Ладно, удар по земле ладошками от мутагеноида. Донни не отстает, делает сюрикены и... Так, выстрел. Ну все, хорош. Разошлись, я смотрю, тут слишком. Давай. Отлично. Так, Шреддер подбил. Этот тоже подбил. Ну и Донни добивает Донни. Все. Другого тут расклада и быть не могло, если честно. Погнали. Как ты видишь, на самурай 3 звезды мы пока не перебрались. Печалька.
43-46 позиция. Но у нас уже, как ты видишь, 61-е пошли ранги. Так что все у нас будет под контролем. Так, муха, это понятно. Ничего особого от нее ждать не стоит. Вот это, я понимаю, вот это Кунаичи называется бомбануло. Очень сильная команда здесь. Угу. За исключением мухи. Ну, а мы уже выбираемся на Самурай 3 звезды, 73 место. То есть еще нужно будет 2 поединка сделать, чтобы мы смогли все-таки перейти на следующий ранг. Раз, два, три, четыре, пять. Слушай, я не знаю, сможем ли мы Лигу мастеров пройти 3 звезды. Ой, Лигу сёгунов 3 звезды. Да ё-моё, Лигу самураев 3 звезды сможем ли мы сегодня пройти? Или мы так и останемся на ней сегодня? С таким, блин, продвижением. Так, Шархан, бей. Классно. Ну, понятное дело, что идеальная победа. Ты давай мне показывай суть. Блин, у меня самурай 3 звезды уже есть, оказывается. Вот это я играю, я даже не смотрю, на каком ранге нахожусь. Значит, сейчас вопрос не о самураях, а о сёгунах стоит. То есть там надо попадать в сёгуны. Ладно. Раз, два, три, четыре, пять. Тут 70 уровень, и в принципе все уже будем расписывать любого нашего противника. Практически с закрытыми глазами. Я даже могу на автобой ставить, и они тут их будут разбирать. То есть уже переживать, грубо говоря, не за что. Вместо массовой атаки у меня получилось нажать, ребята, на одиночную от крайки. Ау, надо было не это делать. Надо было звать крыс. Ладно, фиг сделать вот так вот. Просто если бы я сейчас крысиным кормлем бы крыс вызвал бы, они бы ушатали бы всех противников наших. А я что? Удар ладошкой сделал. Так, ну что, вот и сёгуны. Вот они, ребята, сёгуны. 2 звезды, конечно, хотелось бы получить. Но не знаю, получим ли мы. Скорее всего, получим. По итогу надо было бы 3 взять звезды и попасть еще в Лигу мастеров. Но нет, такого сегодня не будет. Ну-ка, давай так. Ага, минус Дони. Минус еще один Дони. Минус все, наверное. Ну, кожеголовый. Ой, точнее, железноголовый молодчик. Единственное, что да, инициатива у него очень слабая. Пока раскочегарится, там уже все пройдет. Так, 15-20. О как. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот. Поехали. Так, Усаги, давай жги. Я знаю, что у тебя получится их всех вырубить одним, как говорится, ударом. Упс. Ошибочка вышла. Почему-то не получилось, ребят, то, что я хотел. А почему так? Они же 56 уровень. Ну, Саги, ну как так-то? Непонятно. Мне непонятно было, почему он их не добил всех. Странно, конечно. Ладно, давай попробуем найти. Мне кажется, 16-21 не дадут. Слишком рано. Хочется, конечно, но не дадут. 15-19, 15-20, да, это максимально, что мы можем себе позволить. Так, ну что, Рафаэль, Зек, Донни, Лео, Магма. Такая вот сборка солянка у нас получается. Так, поехали. Хорош, и Зек добивает. Кстати, у Зека и у Рафаэля, вот этого Орлевого, у них суператаки чем-то чем-то похожи, да? Что тот бросает бомбочку массовую, что Рафаэль бросает черепки массовые. Так, давай-ка. Во! 16-21. Так, берем Бакстера. Ваньку. Так. И вот так. Прям идеальная команда. Но здесь мы еще разрулим ситуацию. А там у нас еще на целую команду в плане. Вы хотите сказать, что у Слэша инициатива круче, чем у Кожеголового и у Крэнка?
Да, ну что-то не то, по-моему, ребят, было тут. Как у него может быть инициатива лучше? Я же прекрасно помню, что он в свое время сидел как этот оборванец. Ничего даже сделать не смог, а тот он сходил первым. Раз, два, три. Ну, сами понимаете, ребят, это супер элитные бойцы. Маузеры плюс Шредер плюс Армагон. Ты с этими ребятами лучше не шутить, серьезно тебе говорю. Мало того, что у них всех есть массовые атаки, они очень-очень опасны. Вот, в принципе, и все. С арены мы на сегодня, ребят, закончили. Мы попадаем на Лигу Сегунов. Опять же, обольщаться не стоит, потому что нас опять скинут. Причем в легкую. А я пойду пока пройду серию испытаний. Давай сделаем так, 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 так. И вот так. 80-й ранг против нас. Зэк с двумя ниндзя. Бросим бомбочку для начала. Так, Рафаэль молодец. Давай прыгаем вниз, давай. О, отложенная смерть у них, да, получается. Ладно. Мы это учтем. Так, переходим на последний поединок. Микавину ложишь? Нет, нифига не ложил. А, Боукса? Да, Боукса рубанули. Что ты, что ты, что ты? Васенька, что ты делаешь, а? Давай, торнадо мусор. Я офигею, этот охламон выжить. Ну как он выжил-то? Это... Еще и два раза сходил при всем при этом. Нормально, ребят, происходит. Как он выжил-то? Понятно. Ну что, берем награду. Так, и нам нужно еще. Так, где у меня он находится? Так, пиццелицы. Не хватает, да, 10 тысяч ровно практически там. Даже не 10, а 11. 11 тысяч не хватает. Так, поднимем персонажа. Сразиться в боях. Так, пиццелицы, это понятно все. А прокачиваем мы кунаичи, да? Так, новый уровень. И вот это нам получается надо, да? Два комикса. Комикс варвар у нас. Комикс варвар. Не надо мне вот так. Два. Так, комиксы нашли. 4 пункта от Криза. Что-то нам выпадают только комиксы пока. А мне нужен пульт, а мне выпадают комиксы. По-моему, последний, да? По-моему, мне нужен последний пульт. Что-то у меня... Что-то не получается. Может быть, я все нас собирал, а? Нет. Так, второй. Ой, точнее, третий и четвертый. Теперь все. Так, да, Эйприл воплощает дух дракона. В начале хода есть вероятность 20% восстановить 10% от максимума ХП. Мапки неплохо, я считаю. Так, ребятушки, ну что? Что я вам скажу? Все на сегодня, потому что турнир поиграли, а больше нам здесь делать нечего. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.